такие грибы волыни. На севере Украины находится зона Полесья. Там растут вот такие грибочки. Самый поздний гриб, который растет, начинает расти поздно, ну не поздно, а в начале ноября, когда ночью могут быть заморозки до минус 5, ну а днем температура поднимается до плюс 20. Вот эти желтые называются, в тех местах, где их собирают на Полесье, они называются зеленицы, а вот эти пидзеленки. Точно такой же, только серый. Я их уже перемыл, потому что приехали очень издалека. И нужно было, чтобы они не испортились. Растут исключительно в песке и хвойных лесах. Любят такие придорожные зоны. И часто растут под мохом. Нужно уметь их искать. Такие выпинания мха над, ну, общей поверхностью. Вот свидетельствует о том, что там где-то под ней, под этим мхом находятся вот такие вот грибочки. Как называются в других регионах, я не знаю. Я пока не успел там посмотреть, поинтересоваться в Википедии, что говорят об этих грибах. Очень уникальный гриб в засолке. Их солят с капустой, тушат со сметаной, как обычно. Маринованные имеют, ну, удивительный такой у них... Сама консистенция вот этого гриба очень такая, ну, странная, то есть вкус описывать словами трудно, но очень такая вот, так, именно маринованные в банках, удивительный имеют вкус. Вот такие грибочки. Было бы интересно, у кого растут, в каких регионах растут еще такие грибы, если вы такие собираете. Ну, интересно, как они у вас называются, что, ну, и что вы о них можете сказать. Так что... Пожалуйста, давайте комментируйте. Жду ваших таких вот добавлений по поводу вот зеленец и пидзеленки. Традиционно при приготовлении этих грибов-зеленушек применяются технологии, которые применяются для условно съедобных грибов. То есть после первичного отваривания в течение кипячения нескольких минут, ну, в течение 5-10 минут, в дальнейшем первая вот эта вода сливается, и после этого уже грибы готовятся обычным способом варки, тушения и всего остального, и в дальнейшем можно их применять в пищу. Вот мне интересно посмотреть на такой вот момент. Видите, даже после заваривания вот эти зеленушки остаются желтого цвета, а подзеленушки остаются серого цвета. Сейчас минут 5 мы их прокипятим. После этого переложим в другую емкость, хорошо промоем. А промоем, потому что они растут исключительно на песчаных грунтах, поэтому в них, этих песчинок, фактически избавиться полностью от них почти невозможно. Поэтому применяется многоразовое их промывание, потом после кипячения еще раз будем их промывать. И таким образом постараемся минимизировать наличие песка все-таки в конечном продукте. И вот после первичного отваривания, я отварил 5 минут, достаточно. После хорошей промывки в холодной воде уже ставим вот эти грибочки, зеленушки на основную готовку. То есть немного добавил соли, и в дальнейшем какую-то часть, может быть, будем мариновать, какую-то часть будем тушить. Ну и вот, в принципе, все из области приготовления. А уже рецепты, как там мариновать и так дальше, это уже применяется каждый индивидуально. Кто знает, там по вкусу, там добавляется уксус и лук и все основные, ну, другие ингредиенты. Ну, кстати, да, сюда уже для основной готовки можно добавить лук.
Грибы вообще всегда очень хорошо сочетаются при приготовлении с луком. То есть в любой форме. Или это в жареном виде. Предварительно на обжаренный лук добавляются грибы. Или при варке всегда нужно добавить лук.